Работники сферы образования отмечают свой профессиональный праздник – День учителя. По сложившейся традиции в Казахстане этот профессиональный праздник отмечают в первое воскресенье октября. В Жамбылской области учитель русского языка и литературы Айгуль Калмаханова прошла отборочный этап для участия в международном конкурсе «Учитель мира» и вошла в десятку лучших педагогов. Это лишь одно из достижений педагогов региона. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают более 25 тысяч учителей этой области. Айгуль Калмаханова свой путь учителя начала 22 года назад. После окончания университета вернулась в родное село Акбулым Жамбылского района. Здесь, в школе-гимназии имени Беспаева, несколько десятилетий преподает русский язык и литературу. Опытный педагог воспитала не одну плеяду талантливых учеников. Сама она победитель республиканского состязания «Лучший педагог», а также прошла отборочный этап для участия в международном конкурсе «Учитель мира». Теперь она в десятке лучших. Говорит, прежде всего, нужно любить свой предмет и тех, кому преподаешь. Тогда можно достичь высоких побед. Я рада, что мои ученики некоторые пошли по моим стопам. Они не только, можно сказать, любят русский язык и литературу. Я им не только прививаю любовь к словесности, но в то же время стараюсь их учить жизни. То есть именно сейчас основная наша миссия учителей – это прививать навыки широкого спектра. Это прививать навыки 21 века. Учитель – инженер человеческих судеб, говорит опытный педагог. У Айгуль Базарбаевны особый подход к каждому ученику, а профессия учителя – это призвание и зов сердца. Я очень люблю ее предметы. Она очень хорошая. Мы ее любим больше всех на свете. А Марина Кириченко посвятила педагогической деятельности 32 года. В ее копилке немало наград. Но самое высшее – это уважение, благодарность и улыбки детей. Учитель должен иметь беспокойное сердце и быть очень небезразличным человеком, потому что любовь к любому предмету открывается через сердце. Если есть вот контакт с детьми, если есть это уважение, любовь, понимание, тогда есть любовь к предмету, и все науки постигаются очень легко. Своими достижениями педагоги Жамбылской области поделились на торжественном собрании. Их труд отметили грамотами и денежными призами. А любимые ученики порадовали яркими вокальными номерами. Очень приятно, что наконец-то на нас повернулось наше правительство, что статус педагога будет утверждаться и что еще теперь выше официально поднимется наша профессия. С праздником, дорогие учителя! Профессиональный праздник в регионе отмечают более 25 тысяч учителей. Четверо из них в этом году стали победителями республиканского конкурса «Лучший учитель». Анастасия Сулейманова, Бахаджан Бапаев, Руслан Хатила, Жамбылская область, Хабар 24.